случилось? Вставай! Что происходит? Илья! Илья! Вставай, почему Илья? Доктора полицейского пусть зовут, не препятствуй. Мне Головина найди. Все есть. Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Победитель, мол, победитель. И вот победитель уходит с ринга, а через пару минут уже падает замертво. Смерть непостижимая. Уволь меня от этих рассказов. Ты же знаешь, я не любитель подобных зрелищ. А потом слух в толпе. Слух, как ветер над лесом. Сметень, сметень. Сметень. Слово-то какое дикое. Сметень. Смертельный удар. Я как услышал этот сметень, у меня аж похолодело все внутри. И волосы дыбом, клянусь. Стесняюсь спросить, а какое же ты во всем этом участие принимал? Только как зритель. Только. Вот просто смотрел. Мой интерес был сугубо познавательным. Ну, а почему сразу играл? Ну, почему сразу делал ставки? Это, в конце концов, знаешь ли, носит какой-то оскорбительный характер. Это унизительное с твоей стороны подозрение. Ладно, не стоит твоей заботы. Зря я рассказал. Thank you.
Да. А ты был на этих боях? Да, был. И что? Тоже меня отчитывать будешь? Да нет, что ты. А что с тобой? Лица на тебе нет. Мне приснилось, что Штольмана убивают на ринге. И ты думаешь, это сон вещи? А разве у меня другие бывают? Ну, предупреди Штольмана, чтобы держался от ринга подальше. Мясорубу ее из петли вынули. Мы спилили сук для подробного исследования. Вот. Ну, я полагаю, все очевидно. Очередная драма разбитых надежд. Я, кстати, не удивлюсь, если окажется, что она беременна, а жених ее бросил. Ну, вот она и решила покончить с собой. Ошибаетесь, Александр Францевич. Убийство тут. Уверен, повесили ее. Не обошлось здесь без постороннего вмешательства. Что видите, Коробейников? Веревка. След от веревки. След, как от якорного каната. Видите, как глубоко кора содрана? Веревка врезалась в сук и терлась по ветке под весом тела, из чего я делаю заключение, что погибшую сначала вздернули на этом суку, а потом подтягивали на веревке наверх. Не люди. А еще она в одном ботинке. Ну, не Золушка же она. В одном сапожке бегает. Выходит, убийца или убийцы тащили и не заметили, как один сапожок слетел по дороге. А вы что, плачете? Так и будете над каждым трупом слезы лить? А что у вас, доктор? У нее разрыв шейных позвонков. А вот была она мертва, как вы предполагаете, до повешения или нет, я смогу сказать только после детального осмотра. Вот, нашел. Дядя, отведи меня туда, где эти бои. Зачем? Потому что я беспокоюсь. А что ли мне? Дядя, ну ты сам же сказал, что есть этот какой-то смертельный удар. Что ты там собираешься делать? Я не знаю, но мне бы хотя бы просто посмотреть на это место. Боже мой, какой я все-таки мелочный. Что случилось? Стыдно. Вчера во время боя у меня часы на цепочке связывали. Я все про это думаю. Там человека убили, а я думаю, думаю, остановиться не могу. Ужас. Ого, сколько их здесь. Деньги здесь. Следовательно, это не ограбление. По всей видимости, погибшую звали Настя. А ключи от амбарных замков еще в таком количестве, что, скорее всего, она была ключницей на одном из складов. А что это? Пыль какая-то. Кажется, мука. А
Где в городе мучные склады? Ну так на амбарной. Да. Ну что ж, придется прогуляться на эту амбарную. А вы, Антон Андреевич, опросите местных, может, кто знает в округе эту погибшую. Яков Платоныч, я совсем позабыл. Сегодня в управлении утром я взял письмо для вас. Теперь, мой несравненный Якоб, ты живешь как божество в моих фантазиях. Я знаю, что обречена вечно любить тебя, более остро, чем прежде, ибо я чувствую твое постоянное присутствие в каждой капле моей горькой тоски. Это здесь было? Да, да. Вот здесь и было. Зрители кругом. Я вот там стоял. Там у меня часы и подрезали. Господи, неужели это кому-то интересно? Зрителей пруд пруди. Хлеба и зрелищ. Ты помнишь, как бойца звали? Сажин. Илья Сажин. А бился он против Белова. Оба знаменитые, оба сильные бойцы, фавориты. Никого человеческая смерть не останавливает. Что вам угодно? Добрый день. Вы меня не помните? Я частый гость. Можно сказать, завсегдатай здешний. Помню. Но сегодня ничего не будет. Я знаю. Я по другому вопросу. Здесь позапрошлой ночью был бой. Но положим. А в чем дело? Только не примите это на свой счет. Однако ж, у вас тут карманники шастают. Я не стал обращаться в полицию. Ничего такого. Но вот до вашего сведения это обстоятельство я решил довести. Я все понимаю. Все понимаю. У вас известности. Боец вчерашний. Я там с ним девушку вижу. Невеста его, наверное, вчера очень убивалась. Пойдем, Анат. Пойдем, пойдем. Дожди меня. Анат. Анат. Ну что, лучше тебе? Да. Дыши. Дыши. Все хорошо, все хорошо. Нервы у этого типа, да? Просто гипопотам какой-то. Я ушил и так, и сяк. Терзал его. Как будто он на часы прямо сей момент должен вернуть. Он ни в какую. Пойдем. Держись. Да. Я что думаю, может быть, он все-таки тебя узнал? Нет. Не догадался, зачем мы здесь? Это уже вполне может быть. О, это господин, что ли? Яков Платоныч, добрый день. Какими судьбами? Мое почтение. Только это я вас должен спросить, что вы здесь делаете?
А, так у меня ведь часы украли. Вот думал вернуть, зашел. Здесь, на складе? Ну, это ведь непростой склад. А вы, часу, не по поводу ли смерти бойца? Какого еще бойца? Мне кажется, мы здесь по одному делу. Ох уж мне эти ваши частные расследования, Анна Викторовна. Так что там у вас? Здесь проходят кулачные бои. И нам стало известно, что погиб один из бойцов, Илья Сажин. А сегодня умерла его невеста. Быстро здесь слухи разлетаются. Может быть, вам и имя ее известно? А вы знаете, от чего она погибла? А какое это к вам имеет отношение? Можно я скажу вам два слова с глазу на глаз? Конечно. Я видела очень странный сон. Вам грозит опасность. И все это связано с этим местом, с этими кулачными боями. Так вы здесь из-за меня? Я просто хотела посмотреть, что там, и вам рассказать. Благодарю, я думаю, я сам справлюсь. Нет, ни в коем случае вам нельзя драться. Никаких кулачных боев. Да не собирался я драться. Я вас прошу, вы идите домой, а я себя в обиду не дам. Это ведь его дело преступников ловить, а тут такая фея. Может быть, я для него ведьма. Фея. Смотрел, какая фея. Полиция. Следователь Штольман. Вы хозяин склада? Нет. Я кладовщик. Как зовут? Фидар меня зовут. А кто хозяин склада? Крымов, Савва Михайлович. Это ваши ключи, Федор? Наши. А как они в полиции-то оказались? А вы как думаете? А почем мне знать-то? Помощница, ключница у вас есть? Есть. Настя Калинкина. Когда видели в последний раз? Вчера видал. А когда погиб боец? О чем это вы? Тут у нас склад. Да хватит припираться. Кулачные бои вы здесь проводите. Почему не заявили о смерти? Куда спрятали тело? Так. Она забрала его. Настя. Настя его невеста. А что с ней? Убита. Сажин. Он самый. Упокой его душу. Беда. Наши отловили Никитку, хлупят его смертным боем. Я аж подойти побоялся. Где? На пустыре, за церквой. Что происходит? Да, видать, мужики решили, что Никита за Илю должен ответить. Где? Показывай. Я сам разберусь. Это тебе за Илюху! Заткнитесь!
Разойдись, говорю! Разойдись! Вы что ж делаете? А ты за кого вступаться пришел? За убийцу? Даже не думайте. Страшно, фараон. Выходи один на один. Крупные вы ребята, только действуйте неправильно. Это в управлении. Может, отменить пока сходки? Да что вас так беспокоит? Мертвец у нас. Так впервой, что ли? На душе что-то неспокойно. А как отменить? Уже объявлено, люди уже ставки сделали. Савва Михайлович, к вам тут. Кто? Из полиции. Проси. Ну вот, приехали. Да успокойся ты. Господин Крымов? Точно так. С кем имею честь? Штольман, начальник сыскного отдела. Карамышев, купец первой гильдии. Тоже имеете отношение к кулачным боям? Ну, положим, любитель. Вам известно, что на одном из ваших складов проводятся кулачные бои? Положим, я разрешаю любителям этой забавы встречаться под моей крышей. Что-то я не слышал, чтобы эта забава была разрешена властями города. А что тут разрешать? Приходят люди показать свою удаль, помериться силой. И меряются до смерти. Несчастный случай. Парень оказался слаб, бывает. А его невеста? А что невеста? Убита вчера вечером. Ведь ваша работница, не так ли? Она была вчера вечером на поединке? Была. А после этого вы ее видели? Нет. А вы? Где ж мне ее видеть? Она у меня не работает. Господа, произошло два убийства. Ведется расследование. Если вам есть что сказать, то сейчас самое время. Убийство? Ничего не знаю ни про какие убийства. Вы не с того начинаете, господин полицейский. Если у вас есть что предъявить по существу, милости просим. А так, разговоры разговаривать, у меня нет времени. И вообще, обращайтесь к моему адвокату. В отношении меня то же самое. И позвольте вам заметить, что эти народные игры не только разрешаются, но и любимы некоторыми уважаемыми людьми нашего города. Ну что ж, господа, за сим позвольте откланяться. Но уверен, что скоро мы встретимся снова. Пожалуй, надо отменить поединки, пока все это не уляжется. Надо бы с полицмейстером переговорить. Этот фараон, видать, новенький. Больно прыткой. Варвара Тимофеевна, бога ради. Давайте вернемся все-таки как-то ближе к делу, к Анастасии. А что Анастасия-то? Жиличка. Она уж год как у меня. Да. Ну? Год. Сама-то из деревни. Ага. Туточки недалечко. Год. Угу. Так она сердечная ведь как ушла вечер. Так и не приходила. Да. Страсть-то какая! Ах! Истинная страсть, истинная! Яков Платоныч, это Варвара Тимофеевна, хозяйка дома, где Анастасия снимала комнату. Надеюсь, Антон Андреевич ввел вас в обстоятельства дела? Более чем. Да уж ввел, батюшка! Тащил! Еле живая пришла. Я ведь генерала-то полицейского отродясь так близко не видала. Варвара Тимофеевна, рассказывайте дальше про Настеньку. А, Настена-то? Угу. А, ну так что, без ее-то приходил к ней один. Ой, ой, меня аж передернуло. Вот такой вот этот вот амбал, ручище, о, как у облезьяны из зверинца. Отличное описание кулачного бойца. Фу.
Вы продолжайте. А, который из зверинца-то спрашивал. Где, мол, такая-то? А я чё? Нету-ти. И весь мой сказ. А, Никитой назвался. Никитой. Никитой. Ну, а как же похороны? Какие похороны? Батюшка. Да где? Ну, так Анастасия еще вчера должна была схоронить своего жениха. Да-с. Не было. Как не было? Не было никаких похорон, истинный крест не было. Она это правда пришла-то, она вечер вот это вчерась, как пришибленная, это верно. Спасибо вам. Дежурный! Да, вот что будет. Евграшин, проводи Варвару Тимофеевну. Слушаюсь. Пойдемте. Не было никаких похорон, не было. У Анастасии был жених, кулачный боец. Вчера он погиб или убит, это пока непонятно. Но приказчик склада, в котором проводятся бои, рассказал мне, что Анастасия забрала тело еще вчера. Вероятно, она сразу отвезла его на кладбище. Вот поезжайте и проверьте, кого хоронили и кто хоронил. Лечу. Да, я так понимаю, у Насти в комнате ничего интересного не обнаружено? Ничего. Яков Платоныч, знаете, как я вижу себе эту картину? Анастасию подкараулил этот амбал, после чего изобразил повешение. Осталось только выяснить, что это за Никита. Да я думаю, это тот самый Никита, что у нас в Арестантской сидит. Соперник Сажина в последнем бою. Да это потом. Сначала кладбище. Ну что ж. Я ведь и раньше-то слышал про этот смесень. Хитрый такой удар. Вот его нанести, скажем, можно, ну, утром, да, к примеру. А противник лишь к вечеру помрет. Вот целый день будет ходить, как ни в чем не бывало. А потом раз, и все. На ровном месте. Что ты делаешь? Готовлюсь к бою. Но с кем? С врагом. Кто твой враг? Не знаю. Но он придет. Скоро. Скажи, тебя убил Смитин? Тайная угроза. Кому? Я должна его предупредить. И за что тебя били? Вам-то что? Да мне это ничего, служба у меня такая. Ну, вот и служить. Ко мне не лезть. Да пока я не лез, к тебе, я смотрю, другие полезли. И как я погляжу, они на шутку взялись? Сказано, не ваше дело. А вот запираться не в твоих интересах. В чем мой интерес, я знаю. А ваш в чем? Крымов денег даст. Меня ведь и здесь достанут. А вот как? Да, так. Рука руку моет. Вам дело закрыть. Крымову я поперек горла. Он знает, без Илюхи его бойцы против меня. И растереть. Первый раз слышу, что мои руки кто-то моет. Значит, говоришь, что Крымову такой соперник, как ты,
Не нужен. А большой куш сажен должен был получить за победу над тобой. Приличный. И кто его получил? Невеста? Зачем ты вчера ее искал? Убита она. Предупредить хотел, чтобы уезжала. А что ей угрожало? Не знаю я ничего. Нечего ей здесь было делать уже после смерти Илюхи. А когда ты у нее был? С половины шестого до половины седьмого ждал. Но вот не дождался. Вот придется тебе пока у нас посидеть. Дежурный! Вчера на кладбище не было никаких похорон. Что ж, получается, этот кладовщик врет. А куда же они дели тело? Стало быть, если схоронили тайно, значит, точно убийство. Поехали на склад, тряхнем этого пидара еще раз. Наверняка убийство Насти связано со смертью ее жениха. Полиция! Милейший! Ты кто? Полиция! Зачем кричать? Он глухой. Это Митяй, наш работник. Глухонемой. Здесь он и живет. Митяй! Иди. По губам читает. Иди, иди. Иди, Митяй. Иди, иди, Митяй. А что, собственно, произошло, ваше благородие? Вчера на кладбище никто не хоронил. Ни Настасья, ни кто-либо другой. Что об этом скажете? Куда вы дели тело Сажина? Я же уже говорил. Настасья покойника забрала. Ночью это все произошло. До утра покойник лежал здесь. Утром она под воду подогнала, мы с ним им тело погрузили. Она его увезла. А что, не хоронила, да? Вот незадача. Что же у вас тут творится? Сперва покойник исчез. Потом Настасья сама покойница. Сгинул человек без креста, без могилы. Я ничего не знаю. А вы ничего не знаете? Я ничего не знаю. Настасья тело забрала. А деньги за бой Сажина кто получил? Она и получала. У нас расписка есть. То есть, получается, все ваши знали, что она должна была получить большой куш? И не наши. А почитай все. Да. Из города не уезжать. Будем еще с вашим покойником разбираться. Хорошо. Деньги эти проклятые. Смитин, что это за удар такой? Вова куда повернули? Если уже и полиция подозревает. Есть он или нет? Может, кто и владеет. Но никто не имеет права его применять. Коробейник!
Куда ты меня ведешь? Ты хочешь мне что-то показать? Анна Николаевна! Вы что здесь делаете? Мне трудно вам объяснить. А вы что? Я веду наблюдение за этим с лопатой. Мне кажется, он хочет разрыть могилу. Теперь я все поняла. Я с вами. Нет, нет, ни в коем случае. Пойдемте. Тише, тише. Стой, где стоишь. Полиция! Полиция! Отойди два шага назад! Отойди! Ты что здесь делаешь? Что там? Что там? Рыбу удить! Удить рыбу! Хорошего улова! Хорошего улова! Анна Викторовна, пойдемте, а то этот немдырь меня доведет до апоплексического удара. Все, гуди! Мне очень нехорошее предчувствие. Пожалуйста, предупредите Якова Платоныча, что есть такой секретный удар – сметень. Вот его стоит опасаться. Вы тоже о нем слышали? Это удивительно. Я намерен исследовать этот феномен самым серьезным образом. Слышь, дядь. А, дядь? Чего тебе? Чего тебе? Баклага-то совсем пустая. Воды налей, а? По ночам спать надо, а не воду хлестать. Что ты, нехрест совсем, что ли? Попить дай. Ну? Давай баклагу свою. Yeah.